Радио «Вера» представляет. Сегодня, 5 июля, Церковь вспоминает священномученика Евсевия, епископа Самосадского, святителя Григория, митрополита Валашского, мученика Албания Британского, священномучеников Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского, диаконов. Святой Евсевий жил в IV веке. Он был епископом сирийского города Самосаты в то время, когда в церкви распространялась ересь Ария. Когда антиохийскую кафедру возглавил православный архиепископ Милетий, ариане попытались его сместить. Акт об избрании хранился у епископа Евсевия, и ариане требовали, чтобы он отдал документ. Разгневанный император Констанций, арианин, заявил, что если Евсевий не отдаст акт, то ему отсекут правую руку. Святой Евсевий в ответ протянул обе руки со словами «Отсеките», но акта собора, в котором обличается злоба и беззаконие ариан, я не отдам. Во время правления Юлиана Отступника наступило еще более трудное время. Православных стали преследовать также и язычники. Святитель Евсевий, скрывая свой сан в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, отвергавших арианскую ересь. После гибели Юлиана Отступника на год гонения прекратились, а потом возобновились с новой силой. Святитель Евсевий был осужден на заточение во Фракию. После изгнания епископ Евсевий возвратился в Самосаты и продолжил труды по церковному благоустроению. Около 380 года женщина-арианка пробила святителю Евсевию голову, сбросив на него черепицу с крыши. Умирая, он, по примеру Спасителя, простил ей вину и просил окружающих не делать ей зла. После смерти священномученика Евсевия Самосадская церковь продолжала твердо исповедовать православную веру, прочно насажденную его трудами. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, состоящей из живых, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Сегодня мы вспоминаем священномученика Евсевия Самосадского и просим: моли Бога о нас. Святитель Григорий, в миру Георгий, родился в 1765 году в Бухаресте. В Бухарестской академии святого Саввы изучал греческий и латинский языки, богословие. Поступил в Нямецкий монастырь, где преподобный Паисий Величковский постриг его в монашество. Здесь Григорий начал работать над переводом богослужебных книг с греческого на румынский язык. Уже первые его труды были напечатаны в митрополичьей типографии. Осенью 1812 года Григорий совершил паломничество на святую гору Афон. По возвращении вновь занялся переводом и изданием духовной литературы. По просьбе нямецких иноков написал и издал также житие святого Паисия Величковского. В 1828 году митрополит Григорий был смещен с кафедры и удалился в город Бузеу, где основал типографию и издал несколько сочинений святителя Иоанна Златоуста в переводе на румынский язык. Напечатанные книги митрополит раздаривал священникам и мирянам. По возвращении на кафедру, уже престарелый и больной, святитель вновь занялся устроением церковной жизни. Скончался святитель в Бухаресте в июне 1834 года. В 2005 году прославлен Румынской церковью в лике святых. Еще через два года имя святителя было включено в месяцеслов Русской Православной Церкви. В чине святителей церковь прославляет тех иерархов, которые отличались личной праведностью, подлинно пастырским попечением о верующих, заботой о храмостроительстве, правдолюбием. Мы почитаем святителя Григория Валашского как одного из столпов румынского православия и просим: моли Бога о нас. Thank you.
Британия стала провинцией Римской империи в конце первого века после Рождества Христова. Завоеватели принесли местным кельтским племенам римские законы, античную культуру, философию и науку. Вскоре с евангельской вестью на землю бритов прибыли и первые христианские проповедники. Как и в самом Риме, местных христиан преследовали и притесняли. Первым христианским мучеником Британии стал святой Албаний. Он был воином, не исповедовал христианство, но в 305 году спрятал у себя христианского священника. Много времени они проводили за беседой и молитвой, и вскоре Албаний принял крещение. Однажды римские власти обнаружили, где скрывается их жертва. Но Албаний не выдал собрата по вере. Он переоделся в одежды священника, проследил, чтобы тот мог скрыться, а сам сдался римским солдатам. Римляне не обнаружили подмены и приговорили Албания к смертной казни. Город, в котором пострадал мученик, уже много столетий носит его имя и называется Сент-Олбанс. Здесь возник первый монастырь Британии. С 1928 года в Англии действует Содружество Святого Албания и преподобного Сергия Радонежского. Цель Содружества – поддержка связей между англиканской церковью и православной. Духовным руководителем Содружества Святых Албания и Сергия в свое время был митрополит Сурожский Антоний. Православная церковь – преемница неразделенной церкви первого тысячелетия. Почитание святых, которые ассоциируются у нас с Западом, сродни возвращению в истинную церковь того, что ей принадлежит по праву. Оно открывает еще один пласт христианской жизни, позволяет увидеть православие во вселенском масштабе. Прославляя мученика Албания Британского, мы просим его: моли Бога о нас. Фёдор Смирнов родился в 1890 году в Московской губернии в семье псаломщика. Окончил 3 курса духовной семинарии, стал диаконом, служил в Воскресенской церкви села Раменье, преподавал закон Божий в земских школах ближайших сел. В 1917 году диакон Фёдор был переведен в Москву в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище. В 1932 году кладбищенский храм был закрыт, и диакона Фёдора перевели в церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще. Здесь он прослужил до своего ареста, который произошел в 1937 году. Тройка НКВД приговорила диакона Фёдора к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в городе Лесозаводске Приморского края. Здесь диакона ждал голод, непосильный каторжный труд и нечеловеческие условия содержания. Но мучителям и этого было мало. Против верующих заключенных в концлагере было начато новое дело. 5 июля 1938 года диакон Фёдор Смирнов был расстрелян за контрреволюционную деятельность и погребен в общей безвестной могиле. Много лет спустя сын диакона Фёдора с большой любовью скажет, что именно благодаря отцу он пронес через все тяготы жизни радость познания Бога. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Мы просим священномученика Фёдора Смирнова: моли Бога о нас. Священномученик Гавриил родился в 1885 году в подмосковном селе Архангельское. Сын псаломщика, он тоже стал псаломщиком после окончания духовного училища. В 1915 году был рукоположен в диакона, служил в Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. В 1934 году диакон Гавриил был переведен в Преображенский храм на Преображенской площади. Здесь его и застали гонения. 11 декабря 1937 года диакон Гавриил Архангельский был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. Ему вменяли в вину распространение слухов о гонении на духовенство в СССР. Тройка НКВД приговорила диакона Гавриила к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. В
В феврале 1938 года он с этапом заключенных прибыл в город Лесозаводск. Почти сразу же после прибытия в лагерь против него и духовенства, собранного в одном отряде, было начато новое дело. Осведомители донесли в НКВД, что священники поют вслух молитвы и обсуждают церковные праздники. Этого оказалось достаточно, чтобы вынести расстрельный приговор за контрреволюционную деятельность. Еще 4 месяца священники, приговоренные к расстрелу, продолжали ходить на тяжелые работы в ожидании смертного часа. Многие за это время умерли от непосильных нагрузок. Диакон Гавриил Архангельский прошел через все испытания и был расстрелян 5 июля 1938 года. Первых мучеников христиан называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетель». Это люди, которые жизнью своей, пролитые кровью, свидетельствовали об истине христианской веры. Русская православная церковь в 20 веке дала миру сонм новых мучеников. Один из них – священно-мученик Гавриил Архангельский. Мы обращаемся к нему со словами молитвы: «Моли Бога о нас».